не упакованная вещь. А не упакованная? Ну, конечно. Теперь привозят. Не, ну понятно. Вот любой человек подошел, так взял. Мне понравилось, кинул назад. А если мы туда могут? Могут, да. Начальство все в курсе, им так нравится. Надо это тогда убрать с реализации и распространить. Вы же сами прекрасно знаете, что мы ничего не можем убрать. Смотри, а есть кто-то уже у нас арти сделал. А, вот, да, уже сорти, смотри. А на 49-м вы делали? Да. А то мне девчонки говорят. Кайфануло так, что... Ну, конечно, будем. Я уберу. Ну, так я говорю, вы уберете? Я уберу. Можно я старт сделаю? По народу немного. Уберут. Уберут много? Пока походим, посмотрим просрочку, а вы уберите. Ой, я буду вам очень поздно. Чишка хитровая. Она срок годности не ограничивается. Так на Новый год что делать? Это и есть какая-то кедровая. Нет, срок годности 12 месяцев. Ага. Да. Видишь, даже у шишек есть срок годности. Ну да. И здесь 12 месяцев. Неужели они исправились? У них же раньше вообще весь товар был. Срок годности должен быть установлен. Ну, вот понятно. Установлен, вот стоит годовой день. Да. Виталик уберет эти самые. Здесь 10 суток написано. Нет, это не может быть. А ты, вот умный человек, расскажите мне про грибы и дури грешные. Пойдемте посмотрим. Грибы. Только без дяденьки, без вашего. Какие грибы-то? Он все равно пойдет. Скажите ему, чтобы не ходил за мной, за нами. Тогда я потом, когда он камеру выключит, потом расскажу. Вот с этим грибом? Нет. Пойдемте. Не пойду. Не все, не фотогеничное. Если вы будете скандалить, вы будете пить. Я с вами. Да бросьте. Смотрите. Дата сборки упаковки 20.04. Дата поставки 23.04. Почему с 20 числа? Того, что его срезали? Ну, конечно, дата сборки. То есть 14, с этого 14 суток мы считаем не с даты поставки. Чтобы с покупателем тогда спорили, она говорит, вы не, это самое снимала тоже просроченное 20 там, какого-то 8, ой, это, апреля было. Она говорит, почему вы снимаете, вы типа хорошие грибы утилизируете, это помойку бомжам, типа мы можем еще если это купить. Я говорю, где сбор под корешок, дата поставки, когда они его упаковали. Как они могут ее упаковать через неделю уже под конец срока? Когда уже все сдохнет. Но все-таки я оказалась права. Режь пирожное 6 месяцев. Что там внутри? Нету вот этой штучки внутри. Разморозки, да? Да, и просадки. Когда он просеран, неизвестно. Срок годности? То, что... Он изготовлен 24.02. Годность у него 18 месяцев. Это в замороженном состоянии, он не разморозил. Там написано, да, что заморожен? Да, вот здесь тоже. Так а когда он не хочет? Не известно. Сейчас определим. Сейчас определим, да. Ну, возможно, давно. Больно шутковат. А на других кончиках есть дата? Да. А где она написана? Да, покажи, чтобы оно видно было, как она написана. А, все, видимо. Да, наклейка, все наклейки там, но в любом случае. Ну, понятно, видимо, не наклеили. Либо не наклеили, либо сняли. Что-то хотели? Она подошла, посмотрела. Ну просто посмотрел. Я вообще поражаюсь. Нет ничего, да? Вообще ничего. Значит, надо похвалить. Ну да. По срокам она. А, до первого взгляда, ну последний день. Падает понятно. Хорошо, что пожевали. Ну им отдашь, они там уже конечно. Что хотят, что делают. Да, тут все хорошо. Сыну, смотрите, все хорошо. Только булочка, но я ее съел. Она без даты не просто. В смысле, он съел? Мы сейчас оплатим. Нельзя так делать? Можно.
Ну нельзя так делать. На будущее так не делать. Дата дефростации. Даже если она и есть на витрине, то без даты, то это не говорит о том, что ее нужно. Я попробовал на органолептические свойства, мне понравилось. И улегся, да? Ну не делайте так больше. Буду делать. Нельзя так делать. Вот продавать нельзя. Ну. Как вакуум продавать нельзя? Да? Знаю. Мятый, мятый бак. Что и что? За эти штраф 300 тысяч. Она не просроченная. Какая разница? Не она нормальная. Развакуум. Где развакуум продавать? Условия хранения нарушены. Сегодня вот это, последний она день. Нормальная. А нет, вот это да, развакуум. Это да, это где же она нормальная? Если воздух внутри. Вы о чем сейчас говорите? Где она нормальная? Как раз сегодня последний день, поэтому и дохлый. Завтра последний день, не сегодня. Сегодня 30 число. Сколько дней в месяц? 30. 30 она дней. Она по 1 число. До она Годен. Сегодня вечером снимается. Годен до 1-го. Сегодня 30-е. Я в курсе. Сегодня последний день. Я в курсе. Приходите к нам работать. Мы вас давайте возьмем. Вы за место меня будете работать, ходить по просрокам, по магазинам. Не хотите? Нет, знаете, нет, мне, я тоже так же не хочу. Мне достаточно моей работы. Мне достаточно. Ну, у нас не хватает народу. Ну, это ваша проблема. Ну. У меня тоже не хватает, у нас только двое. Идите к нам третий, будем ходить больше магазинов. Давайте мы не будем спорить сейчас. А вот именно, что не надо предлагать то, а не нужно тыкать тогда, потому что у нас людей не хватает. По-моему, сейчас тыкал. Вообще никто не тыкал. Я сказал, что у вас все нормально, я вас пытаюсь похвалить, а вы идете на конфликт. Нет, вы говорите, что... Ну, развалка, что нужно было там снимать раньше. Я не сказал, я говорю, снимать ее надо тогда, когда выявили, что это развалка. Ну, видимо, бывает такое. Бывает. Так что, это я могу съесть. Будем внимательнее, просто. Ну, я надеюсь. В следующий раз, так что... Ну, вы так не кушайте на будущее, потому что... Да буду я кушать. Так да а почему нельзя покушать? Нельзя. Хорошо, хотите, я оплачу. Значит, пойдем в суд, сделаем возврат, сейчас сразу за реализацию. Качественно. А просрочка, это я считаю, что нам просрочка. По вкусу мне вот показалось нам просрочка. Она приготовлена 24.02. Вам доказывать что-либо бесполезно. А как и не доказывать? Вы не можете доказать? Что-либо бесполезно. Вы можете доказать? Если вы не собираетесь, просто... Докажите. Ну так не делается, нельзя. Так не, вот так не делается. Где? Дата где? Ну значит не пропечатали, не бывает. Ну значит так. Не надо ставить на витрину, да? Может, он просрочки я согласна с вами, нельзя оставить. Но и кушать писали тоже нельзя. Да почему нельзя кушать-то? Потому что вы его не купили. Вы его не купили, этот товар. Мы его уже приобрели, Денис. Вы его не купили. Осталось только оплатить. Вы его не купили. Купили. Когда вы дошли до кассы и вы оплатили, тогда да, пожалуйста. Нет, смотрите. Вот этот товар, который лежит на прилавке, это называется публичная оферта. Предложение магазина заключить договор. Давайте мы не будем с вами спорить, что... Вы правы или мы не правы? Вы не правы. Мы не будем это делать. Просто вы понимаете, что когда вы доходите до кассы и оплачиваете, это вы купили товар. А не тогда, когда этого покушали, а потом приобрели. Когда мы доходим до кассы, мы оплатили товар. А на данный момент мы его приобрели. Вы еще его не приобрели. Приобрели. Когда вы дошли до кассы и оплатили его, вот тогда вы его факт приема передачи товара произошел. Дальше он может распоряжаться им как хочет. Единственное, он должен оплатить. Он не отказывается от оплаты. Сейчас мы его оплатим, сделаем возврат. Либо по упаковке его спишут, чтобы не проводить эту процедуру. Это как руководитель скажет. Вы во всех магазинах так делаете? Во всех. Прямо сходу. А вы когда на юг ездите, да, вот вам хочется сильно пить, вы ходите по магазину. Вы же открываете, наверное, водичку попить. Нет, не делайте. То есть я дохожу, от жажды умираете, да? А многие люди делают так, как я говорю. Многие так делают. И уходит, и не оплачивает. Ну, если умысла нету, здесь ничего страшного нету. Просто иногда ребенок просит попить. Почему мы должны вам доверять, что вы, допустим, вы оплатите? Ну, а что, у вас камеры есть, но мы... А что, камера-то есть, но это ничего не делает. Если мы не оплатим, тогда мы будем виноваты. Где у вас минералка? Я пить затащил. Где у вас минералка? Вон там. Сейчас я подойду. Нюхай, куда вы побежали? Я работаю. А, было есть, что делать. Человек не понимает, он чтобы мне объяснить. О, вы здесь, смотрите, вот бутылка. Я взял с витрины. Видите? Видите? Это называется наглость. Охренеть можно. Это называется наглость. Это называется закон. Это не закон, это называется наглость. Нормальный человек сначала покупает товар, а потом делает с ним что хочет. Я пить хочу в данный момент. Я вас могу ему дать попить, могу кому угодно дать попить.
А нет, в туалет вы захотите, вы тоже побежите? Да, возьму, сниму и прямо на тебя написываю. Угу. Сверху такой струйкой. Угу. Тоже побежите в магазин, да? В туалет, потому что вам захотелось в туалет пойти, да? Вот все время или хочется, что? Когда вот это начинается, ты не умная вообще. А вы ты что, не умная? Умный? А вы что, самый умный, что да. ли? Да. Нет, самый умный у меня Владимир Владимирович. Да что вы говорите? Да, а ты не умная. Я достаточно умная. И у меня опыта предостаточно в плане торговли. Я знаю, там опыта не знаю. А вот ваша наглость. Да какая наглость, что я взял попил? Глупая. Или не умная? Или тупая? Вы наглые, фантазии просто. Вот ты там розыгрыш делаешь. Вам осталось что сказать имя, как вас зовут, чтобы... Люся меня зовут. Люся. Люся. Ну, вы сегодняшний день сделали, Люся. Думали, будет скучно, но спасибо, Люся. Директор, все нормальный магазин, все относительно чистенько. Ну, немножко... А, ты такая же, живешь помой. Так возьми, вон, купи, купи. А что ты, возьми, купи руку, свежую, последний день. А что такой не берешь? Денег не хватает? Просто не да? А ты возьми эту кличку. Денис, ладно, отпусти покупателя, давай уже закончим, объясни, что да как. Люся, да? Ой, Люся. Люся молодец. Люся нам не сделала ролик. Нам соскучится. Мы думали, что этого я ролика в интернете сегодня не будет. Это а он делать. Вот. Она говорит, что я вот не очень хреновый, что взял и попил воды, не оплатил. Вот надо сначала платить, вот стопнуть мне тут в очередь. Да не только попил, но и покушал. Я просрочку съел. Это не просрочка. Докажите обратно. Это просрочка. Булочку? Изготовлена 28.02. Она в размороженном виде с ровно 120 часов. Вот а ее разморозили 25-го. Уже прошел месяц. 24-го. Ну, 24-го. Ну а разморозили 25-го, 22-го. Два месяца прошло, она уже протухла. А я тут съел, бедный, несчастный. Вкусно было. Ужасно. Ну, она очень твердая. Она запросто могло приходить. Вам приходит уже дефростированная. Там маркировка не ваша, вы не можете касаться за нас. Я взял специальную водичку. Потроллить. Ну, если такая агрессивная, когда. Она хорошая. Я спросил, она тупая? Не, она не тупая, она хорошая. Ну, не объясняешь закон, она не воспринимает, по-моему. Развратно. Почему сначала конфликт немножко стал разгораться, потому что она сказала, что завтра последний день. Половина не слышала. Завтра не последний день, но сегодня. Она сказала, будем по, во-первых, нет такого понятия по. Я вам пояснила, что мы снимаем вечером. То есть потом, когда поняли, что вот это не надо, что-то не туляет. Мятая банка. Почему мятая банка? Вот вы торгуете говно. Захотела кинуть, она у меня упала. И захотела ее... Люсь, ну ладно. Люсь, все нормально у вас? В адекватной. Вот здесь он... руководитель, я думаю, он за вас домой сможет пойти. Рассказать. Ты да боже упаси. Ну, короче, по сути, нарушение. Я вкусно стал, я решил ее оставить так. Две банки вот это. И все, и мы подошли, она ну, смотрит и смотрит на нас. Ну, мало ли. Где? Терапия? Это время, когда поднимается, у меня. Шрам, вот у меня ребенок царапнул. Да, давление поднимается, у меня такие царапины. Груча сделала роли. Денис, давай уже завершим. Не знаю, ты сможешь завершить? Давайте, нет, как вас зовут? Давайте. Екатерина. Екатерина? Да. Екатерина, смотрите, значит, мы сейчас приобрели пирожок, как это, пончик называется, да. И водички. Значит, сейчас мы идем на кассу, оплачиваем, делаем возврат. Вот, ну такой можно вариант сделать. Либо, если вы по упаковке списываете, потому что мы сейчас вам объяснили, что этот товар не подлежит продаже, потому что он не имеет срок годности из-за того, что неизвестна дата дефростации, то есть разморозки. Соответственно, вы просто списываете, под видео говорите, что как бы претензий нету к этой булочке, как минимум. Ну, за воду, естественно, мы заплатим. Булочки к этой или к этой? Ну, к обоим булочкам. Я худею. Да, да. Все, иди оплачивай воду, там булочку, если надо, и делай возврат по булочке. Да нет, по булочке бы это самое. Было вам? Подворачивай, подойти, пожелайте. Давайте не будем лично выставлять пакет, пожалуйста. Нет, девка хорошая же. А что, вы все хотели попасть, и там видно было. Там никак-то, знаете, по барабану. Меня не надо, вырежете. Пожалуйста. Люся, не люблю это. Я сюда, давайте сейчас с вами побеседуем, да там интересно вас интересно. А что, а зачем вы так делаете? Да потому что. Я не понимаю, она тебя трогает. Ты видал, что происходит? Она просто берет меня, трогает.
Она хотела обнять? Я не знаю, ну как-то странные движения были. Вы просто рано отстранились, она хотела приобнять. Приобнять? Ну как-то более жесткие у нее движения. Ну, и какой сегодняшний день сделали? Денис, хорошо, что это вода, а не лимонад. Да. Или еще что-то. Люся, ты не помадка, что ли? Я всем мужчинам, слава богу, ко мне не стал. Люся, зачем вы меня трогали? Мне глупые девушки нравятся. Люся, вы же хотели попасть на видео, давайте уже. Это ваш звездный час. Шестан, тебя не хочет, такая разговорчивая была. Она же... Денис, а сколько у нас времени? Давай уже завязывай. Все, я плачу воду. Про булочку я так и не понял, что в итоге. Как вы все работать будут? Слушайте меня. Булочку все списываете? Да, да, сейчас я связана с агентом. Угу. Так это водичка нормально. Все, водичку оплачивай, давай, не тяни резину, у нас времени мало. Там очередь, я же говорю, очередь. Вот. Пока бы платил, бы и все. А вы сюда на карту родите? Ради Люси купил. Угу. Минералку. Воду из-под крана газированную. Вода набирается из крана, газируется. Я вон родилюсь, какие жертвы. Она, значит, я пошел на жертву, мне тебя хотели? Да как-то она дернула меня за руку. Да я обалдел. Сначала хотела камеру, не знаю, что с ней сделать, а потом за руку тоже. Сколько ты сказал, я не знаю. Может быть, это у Люси спросим? А, давай. Знает она, где смотреть себя-то, нет? Люся! Знаете, кто вы? Придурок. Самый настоящий. Да ты что? Да ты что? Вовка, меня придурком назвал. Да я слышал. Люся, вы знаете, где смотреть, ну, видео с вашим участием? Мой про-канал. Знаете? Надеюсь. Мы просто сказали вам, что где смотреть. Это мало ли вы не знаете. Ну все, пойди. Странно, там без 39 рублей, а по сути 28. Ну, может, скидка у тебя по... Ну, ты же карточка там такая. Так скидка рубль, все. И ценник может не соответствовать. Ну, да. Люся! Люся! Ладно, пойдем вниз. Там... Короче, давай подведем итог, что в этом магазине все примерно нормально, все хорошо. Только работает Люся нимфоманка, там бешенство, не буду говорить чего. Вот, прицел к мужчинам, может быть, она БДСМ, там агрессию какую-то осталось. Ты что, уйди отсюда! А? Я говорю, уйди отсюда! Все, успокойтесь, все, пойдем. Ты, девочка, ничего не попутала? Далеко не уходи, Люся, сейчас поедешь в отдел. Сейчас, блядь! Иди сюда! Ну, еще за мат привлечем. Можно с вами пообщаться? Так, я поставлю на паузу, чтобы мне выровнять камеру. Вот если бы я сейчас начал бы, ну, дальше отступать, назад идти, было бы хуже. Вот поэтому вот я тебе говорю, что если на тебя агрессию проявляет, нужно в ответ делать. Видишь, она сразу потухла. Иначе, наверное, она мне и камеру выбила, и поцарапала бы, и чего угодно было бы. Пока мы проводили тут видеосъемку, общались с руководителем, некая работница Люся постоянно лезла к нам в кадр. Со своими комментариями, что мы не имеем права делать то-то, делать то-то. Она хочет на YouTube попасть. Ну, я так и понял, я так и расценил, как бы, что она хочет попасть на YouTube. Ну, значит, когда я разговаривал с руководителем и вел видеосъемку, Денис Анатольевич разговаривал, значит, она сбоку находясь, сначала меня отдернула за рукав, за руку, и, ну, попыталась там меня ударить, я не знаю, ну, по крайней мере, по камере. Но я это проглотил, как говорится, не стал на это реагировать. А потом, как бы, когда я к ней хотел подойти с Денисом Анатольевичем, сказать, что где она себя может увидеть, она так хотела попасть на YouTube, вот, она в отношении меня проявила агрессию. То есть я стоял достаточно на большом расстоянии и снимал, как Денис Анатольевич, как бы, ну, говорит, что замечания к магазину нету, ну и к ней соответствующее высказывание производит. На мой взгляд, в корректной форме, без оскорблений, без ничего. Ни с того ни с сего она разворачивается ко мне и начинает на меня бежать и бьет по камере. Бьет по камере, бьет по мне. Соответственно, камера у меня в руках, ну,
выворачивается, я максимально руку оттягиваю от себя, чтобы камеру не выбило. Вот. Ну и пытаюсь ее агрессию остановить каким образом. Ну, в ответ тоже проявляю жесткий разговор, чтобы остановить ее. Потому что если я ее не остановлю, там пойдут уже это, ну, как бы и царапания, и, ну, знаете, когда женщины проявляют агрессию, их нужно остановить, иначе это к хорошему не приведет. Благо подошел руководитель, это другой работник магазина, ее успокоил, вывели. Ну, в этот момент все это зафиксировано, она нанесла мне удар. Я к чему это веду? Чтобы на конкретном примере, в следующий раз, когда мы будем в других магазинах, чтобы не проявляли такую агрессию. Как бы мы себя ни вели, не конкретно даже мы, а покупатели, нельзя себя вести и поддаваться на провокацию, там как-то агрессивно, тем более находясь на работе. То есть, тем более с нашей стороны ничего не было. А с ее стороны было оскорбление. Как она тебя назвала? Придурок. Придурок. Ну, вот. Просто вот и участковый. Ага. Да ладно. Что-то сегодня все так быстро. Участковый отправили. Злодей убежал. Домой. Все тогда. Все, спасибо большое. Все хорошо, спасибо.